промзоне Владимира выгорел склад вторсырья. Крупный пожар произошел на улице 16 лет октября. Сообщение о возгорании макулатуры в одном из производственных ангаров поступило в дежурную службу регионального МЧС. Очевидцы в соцсетях сообщили, что во время горения раздавались громкие хлопки, похожие на взрывы. Первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП через 4 минуты после сигнала. Справились с огнем не сразу. Для тушения потребовались дополнительные силы и средства. Локализовать пожар удалось через 1,5 часа, а открытое горение ликвидировали только через 3 с лишним часа. В результате происшествия сгорела макулатура, оборудование, металлические конструкции зданий и пристройки ангара. На пожаре никто не пострадал. Была угроза распространения пожара на соседние строения. Площадь пожара составила 600 метров квадратных. Для тушения привлекалось 68 единиц личного состава и 15 единиц техники. От МЧС 48 человек, 11 единиц техники. Значит, в ходе тушения пожара отмечаю слаженную четкую работу подразделений государственной противопожарной службы.